С 2017-го количество призывников из Тюменской области вырастет. Итоги весенней кампании, которая закончилась сегодня, подвели в военкомате. На службу в армию отправилось 1800 юношей, но уже со следующего года план будет увеличен. В связи с тем, что постепенно количество призывных ресурсов будет расти, ну, вы все помните, демографическая яма, которая была, мы ее преодолеваем, постепенно количество призывников растет, в соответствии с этим и количество отправляемых войска будет возрастать. Будем отправлять, как и раньше, более 2000 человек. В этот призыв годными к службе по здоровью комиссии признали 70% призывников. Увеличилось число юношей с высшим образованием – 285 человек. И еще одна особенность призыва – 20% заявили о своем намерении остаться послужить по контракту.